Два электромобиля появились на вооружении актауской полиции. Компактные и бесшумные кары теперь патрулируют набережную. А на пляжах города задействованы 5 квадроциклов. Их работа тесно связана с системой видеонаблюдения. Камера фиксирует правонарушения, а полицейские выезжают на задержание на новых машинах. Подробнее о новшествах в сфере безопасности Каспийского побережья расскажет Тамара Степанова. Система видеонаблюдения контролирует 4 километра береговой зоны. 16 камер фиксируют все, что происходит на берегу Каспия. 36-кратное увеличение позволяет запечатлеть даже лицо правонарушителя и помочь полицейским доказать вину человека. Видео месяц хранится в памяти компьютера. Видя нарушение закона, я сообщаю по рации своим коллегам, патрулирующим побережье на электрокарах либо на квадроциклах. Камеры видеонаблюдения вращаются на 360 градусов, их дальность 350 метров. Я могу легко приблизить нужную мне картинку. Если раньше за сутки мы оформляли 20 нарушений по линии нулевой терпимости, то теперь до 70. Результат очевиден. Каспийский берег, покупка, спирт и кишечник. Вот на мониторе возникает ситуация. Парень распивает спиртное в общественном месте. Стражи порядка едут на вызов. В задержании активно участвуют новенькие электромобили. Все происходит меньше, чем за 5 минут. Далее нарушителя передают экипажу патрульной машины, а полицейские на электромобиле продолжают следить за общественным порядком. К слову, на вооружении полиции эти электрокары первые в стране. Этот электромобиль двигается бесшумно и развивает скорость до 40 километров. Заряжается от обычной розетки напряжением 220 вольт. Работы аккумулятора хватает на 12 часов. Сзади электромобиля имеется у нас багажный отсек. Там можно положить разные вещи, что необходимо при задержании, если садимся при нарушении. Вещей доказать можно положить для доставления в социальный пост полиции. Или же электромобили могут проехать где очень узких местах. Также по пляжной зоне, по пляжу, где не могут проехать автомашины. То есть они могут спокойно проехать, вес очень легкий, тем самым никаких последствий после проезда электромобиля у нас нет. Там, где не проедут патрули, легко пройдет вездеход. Пески Каспийского побережья им не страшны. Новенькие квадроциклы развивают скорость до 120 км в час. Вместимость бака – 30 литров бензина. Расход на 100 км – всего 5 литров топлива. Тамара Степанова, Саламат Бикбаев, Актау, Хабар-24.